Стадион на улице Солнечной рядом с Комсомольским прудом – одно из любимых мест отдыха жителей 8-го микрорайона. Реконструкция спортивного объекта назревала уже давно. Сегодня работы близки к завершению. Закончена укладка искусственного газона, полным ходом идет монтаж ограждений, в завершающей стадии находятся земляные работы. Здесь в конце октября уже появится новое футбольное поле с искусственным газоном, с беговыми дорожками, с многофункциональной площадкой, с площадкой для жителей, где они смогут заниматься спортом, воркаутом, тренажеры будут стоять. Появится новое освещение, видеокамеры, трибуны. Реконструкция стадиона – один из этапов реализации губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Глава округа отметил, что работы идут строго по графику и с хорошим качеством. В ближайшее время начнется установка тренажеров и монтаж опор освещения. Мы, проведя реконструкцию, здесь создадим совершенно другого качества и уровня вот такую зону активности и отдыха. По мнению Андрея Иванова, обновленный стадион должен остаться основным местом отдыха и занятий спортом для всех жителей 8-го микрорайона. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».